Приготовление полным ходом идут. Я буду чертом. Дубки на связи. У нас вот тут колядочки. Мы тут все такие красивые. Гуляем, ходим. Да, сколько время? Время уж первый час, наверное. Да, ну да, первый час. А все открывают, люди не спят. Ждут нас! Ждут! Всем привет, дубки на связи. Вечер перед Рождеством, 5:30. Я затеялся сепарировать. Сейчас вот буду собирать барабан. Молока собралось достаточно много в посленовогодние дни. Молоко мало пользуется спросом, все доедают, наверное, салаты, ну и к нормальной пище еще не приступили, ну, по крайней мере, очень мало. Ну, к тому же еще последняя неделя поста, кто не постится, последнюю неделю стараются все-таки соблюсти. Вот, сейчас, после Рождества, заново начнут нормально покупать молоко. Хотел вам рассказать, как же мы вообще начали коледовать, а тем временем, пока буду рассказывать, буду собирать сепаратор. У меня что-то барабан не собранный. Обычно я сразу барабан собираю, чтобы мне быстренько его собрать и начать сепарировать. Коледовать мы начали с 2008 года. Как вот говорится, как у нас говорят, с кондыка просто. Не знаю, что это значит. Ну вот как-то из ниоткуда. К моей крестной в гости приехала племянница из города. И в свою очередь сюда к нам в Дубки из Москвы приехала ее одноклассница, с которой они давно не виделись. Ну, пришли, там все собрались, я тоже подтянулся. Сидим, разговариваем, и тогда в одноклассниках наша родственница из Краснодара, Катюшка, если смотришь, это все с тебя пошло. Ну, я ей не раз это уже говорил. Выставила фотографию, что она наряженная такой матрешкой, ну ничего особенного, просто накутала на себя платок, повязала его, на плечи платок, на поясницу платок, и с такой корзинкой, с красивой, наложила в нее гостинцы, в корзинку бутылочку, веточки еловые, конфетки, бантики, красиво, все аккуратненько, и говорит, пойдем коледовать, а точнее, к своим кумовьям нести кутью. Я уже говорил ранее, что вот, на Кубани принято в сочельник, ночь перед Рождеством, угощать своих кумовьев, крестники крестных угощают, наоборот, кутьей. Это рисовая каша с цукатами, с изюмом, ну такая праздничная рисовая каша, скажем так. А это все в городе у них там происходит. Мы так что-то посидели, посмотрели. А что это они там в городе коледуют, а мы здесь в селе сидим, теряемся. Где у меня ключ? Ну, короче, они там пошли коледовать в городе. Мы тоже решили, что мы тоже сейчас соберемся, пойдем коледовать. У моей крестной она ранее работала в начальной школе, и они в начальной школе отмечали все праздники, юбилеи, капустники там всевозможные. По сценарию шили костюмы, ну и так на свадьбе она всегда часто была тамадой тоже, чтобы тамадить, там у нее некоторые костюмы имеются. Ну, короче, костюмов много, настроение праздничное имеется, что еще надо. Ну, короче, мы быстренько пошли в этот... Где-то на погребе, в старом сундуке это все лежало. Мы это достали, быстренько нарядились. Для хорошего настроения на грудь приняли, чтобы у нас все это еще лучше, быстрее пошло. Собрались и пошли в никуда. Просто вот куда глаза глядят, как говорится, с первой звездой. Время было, наверное, уже 10-11 вечера, уже темно. Мы пошли, нарядились. Кто чем, знаете, вот кто что, вот на себя что было, все напялили, всевозможные какие там только бусы, платки, рюши, костюмы, вот все, что можно было на себя, побольше губнушки, теней побольше таким толстым слоем, да поярче, чтобы с дальних рядов, как говорится, видно было. Вот, ну и вышли. Я, наверное, там сейчас фоном поставлю тоже фотографии с разных годов, чтобы вам было интереснее смотреть. Потому что за первый год, я не помню, есть эти фотографии у меня в телефоне где-нибудь в социальных сетях, откуда можно скопировать или нет. Вот, пошли к соседям, к родственникам, родственников, нагулялись, наколедовались, нам да, с собой давали и шампанского, и банки с горошком, банки с кукурузкой, и в пакет нам лук накладывали, и нам давали коробки с чайным сервизом, ну такая чайная пара в коробке, да,
5-литровую канистру коньяка нам сразу, да, в первом же дворе дали. Огурцов соленых в банках. Ну, короче, у кого что было, кто что мог дать, кто что хотел дать, нам все давали. А нам впервой-то так интересно, так азартно это все было. Ой, вы, ребят, не представляете, сколько у нас было настроения. Колядки первый год мы даже не знали. Мы вот так вот в попыхах собрались. Шли, что петь будем, сами не знаем. Это сейчас в телефон открыл, там тебе в телефоне что только нету. Раньше это все надо было через компьютер искать, как-то распечатать, выучить. Ну, короче, мы просто пели песню «Мы желаем счастья вам». Ни в одном дворе нам не отказали, везде нас встречали. Просто как званных гостей, я не знаю, наверное, президентов так не встречают, как нас встречают. Единственное, нам сразу с порога кричали, только не сыпьте зерном, пшеном. Ну, кстати, на Рождество и не сеют, и не веют. Это на Старый Новый год, на Василия Святого принято это сеять, веять и с собой водят. Ну, опять-таки, это все на Кубани. У нас это тоже очень, если и было заведено, то сейчас к нынешнему времени это уже все потерялось. Водят козу, миланку, по-моему, называется. Водить миланку называется на Василия Святого. Либо, если была коза, водили раньше с собой козу, прям в гости водили, либо кто-то из ряженых наряжался козой, и были вот эти песни, колядки, куда коза рогом, там сено стогом, куда коза копытом, там что-то сено житом. Ну, я вот это сейчас все не помню, потому что это как бы это не к Рождеству относится. Вот. Вот так вот у нас дело все зарождалось. Так, сейчас я буду сепарировать, будет жужжать сепаратор, поэтому на этом я останавливаюсь. Ну и, наверное, буду уже продолжать, как мы будем наряжаться, одеваться и, собственно, коридовать. Приготовление полным ходом идут. Я буду чертом. Сейчас вот наведу марафет. Буду страшным и ужасным. У меня шнобель будет. Да сейчас, подожди. Бородатый черт. У нас там приготовления полным ходом идут. Ужас. Ты кто будешь, Гринч? Гринч. Похититель Рождества. На православное Рождество. О, затея. Спасибо большое. На следующий год вас жду еще. Ну и все. Так, здоровья вам еще раз, деток побольше, денег побольше, счастья побольше, чтобы вам ничего за это не было. Все. Спасибо. Любим, целуем, обнимаем, пока. Пока. Цыгане. Фиду, а ты в один момент просто включишь, да? Танго, бесаме, давай, руку вверх. Пошла жара. Пошла жара. Давай, Надежда, мы тебя в следующий раз ждем. Да. Я смотрела Пашкин ролик. Он сказал, что пойдем. Вот. Помаши, увидишь. Хорошая правда. Дубки на связи. У нас тут колядочки. Мы тут все такие красивые. Гуляем, ходим. Да сколько время? Уж первый час, наверное. Да, ну да, первый час. А все открывают, люди не спят. Ждут нас. Ждут. Да все, Катя свалила. Да не может быть. Катя, не улыбайся. Солнце мое, помаши ручкой. А ты не хочешь? Ребят, малыши, карандаши, не задерживаемся. Не Гринч похитил Рождество, а Гринча похитили. Гринч, выходи. Там еще у нас Снегурочка эльфийского происхождения. Пропил твое Рождество. Снегурочка, ты как, моя хорошая? Ты хотел увидеть Гринча.
Или она хотела видеть Гринча? Зачем вы меня хотели видеть? Гринч, вставай. Время 1:30. Мы возвращаемся домой. Наколедовались. На самом деле я... Первая группировка идет впереди. Мы отстаем. На улице склизко. Да. Всем привет, Дубки на связи. Гринчи подводит ноги. Да, Гринчи подводит ноги, но это его слабое место, в принципе. Лулу его тащит до дома, блядь.